Здравствуйте, ребята. Как видите, уже осталось совсем немного для того, чтобы до того момента, когда я могу сесть на этот велосипед и проехать. Все осталось позади. Осталось только впереди цепка. Ну, не говоря о том, что еще можно, нужно будет заднее колесо, багажничек задний сделать, еще что-то-нибудь. Ну, в общем, это все потом, а как мне и некоторым подходит, ну когда же вы там уже этот на велосипеде прокатитесь? А то уже скоро снег будет, мороз. В общем, что я хочу сказать. Значит, я там в предыдущих видео рассказывал про переднее крыло. Значит, я нашел болтики или винтики на 30, с гаечками их поставил, вон гаечка, видите, с этой стороны тоже поменял, покрасил вот это вот серебряночкой, перекрасил как спицы, ну тут для красоты, чтоб хуже было, тоже сделал. Вот, ну и теперь что, на днях я начал цепку на этот велосипед подбирать. И, ну, как-то не было у меня такого настроения снимать. В общем, цепь я собрал из нескольких кусочков. Вспомнил свое детство, как мы из нескольких цепей на велосипед разбирали, клепали их там, в общем. Ну, получилось у меня неплохо. Значит, одно то, что цепи, то я говорю, можно было пойти купить в магазине или где-то застать цепку из старого велосипеда, которая была нормально, но я решил использовать те цепи, которые я нашел у себя, и они такие были не гнущиеся. И сейчас посмотрим, что же вот тут в этом ведерочке у меня получилось. Я взял старые цепи, значит, более-менее их как смог скрутил и залил White Spirit'ом. Ну, а что получилось, сейчас я открою и вам посмотрю. Цепку я вытяну вот с этого ведерочка, сюда положил. Значит, я перед этим несколько дней ее и в ванне там, где поливаем, вот тут немножко такое вот мясо, а тут вот, видите, как она даже не очень-то, видите, не очень нагнется. Значит, надо что тут, променять физические усилия, вот так вот ее разрабатывать. Ну, она, в принципе, мне пока не нужна, потому что я от нее кусочек вот такой вот уже такой вот мягенькой цепи вот отбил, вот, и кусочек вот сюда пришпандокал. Он вот он у меня здесь лежит, сейчас я его вытяну, попробую разработать, ну как оно получится, значит, потом покажу. Вот так вот цепь я подобрал, вот смотрите, как она крутится. Тормозит, все нормально. Значит, вот здесь вот я брал, набирал такие, значит, куски цепи, которые изгибаются, а вот которые такие вот, смотрите, вот даже не загнешь их, вот здесь вот тоже. О, значит, я повыбрасывал, вот они, смотрите, вот они. Пробовал я их разработать и с помощью воды, и с помощью White Spirit'а, и даже вот масло сюда набирал, вот с помощью, где тут отверточки, капал туда, пробовал разработать, но ничего не получалось. Короче, вот такие куски я повыкидывал. Вот она. Отсюда взял такую более, которая гибкая у меня, которая изгинается, и способность вот так вот здесь вот, ответить как. В общем, вот так вот получилось у меня. Сейчас, что я буду делать? Сейчас я эту всю цепь, вот он, замочек вот здесь стоит, поставлю его, хорошо закреплю, эту цепочку смажу, вот, все, разработаю. Ну, потом останется камеры ставить и пробовать проехать вот так вот. Ну, уже так вот, смотрите как.
Видал? Видал, как, ля, покрышка не закреплена, как она, ля. Я по инерции. О, как она крутится. В общем так. Значит, занимаюсь, продолжаю заниматься цепью. Ну а что будет дальше, ребята? Следите за следующими видео. Благодарю всех за внимание. Уже, наверное, будем пробовать проехать на этом велосипеде. До свидания.